китайский Новый год будет сменяться год собаки на год желтой земляной свиньи. И мы с вами меняемся, немножко меняемся, да, мы как бы становимся уже на какую-то другую ступеньку, допустим, движения в искусстве. И вот у нас сегодня такая тема, продолжаем подарки для влюбленных, и сегодня у нас такая тема, что мы рисуем так называемый плод граната. Давайте вот я сейчас его разрежу, и вы увидите, как он напоминает нам сердце человеческое, да? А человеческое сердце, оно вот так вот, я ножичком его, видите, вот так разрезаю и вот так его разламываю. Вы знаете, что когда люди влюблены, у них сердце красного цвета, вот оно. Смотрите, как две половинки, ну, мужская, женская, да, всегда мы нашу жизнь ведем так, чтобы встретить свою половинку, да, или яблоко, или граната, да, мы вот так вот рассматриваем наше сердце, как две половинки, иньская и яньская, мужская, женская, да, территория. И вот мы сегодня с вами давайте нарисуем вот такие две половинки граната, которые символизируют вот эти два влюбленных сердца. Вот мы выставили вот здесь вот у нас такой маленький натюрмортик, и на белой тарелочке у нас будет рассыпанные вот эти гранатовые зерна, и немножко фраже положили по краям, потому что хочется, знаете, вдруг это десерт, самый хороший десерт.